жильцам приходилось переплачивать за отопление из-за отсутствия прибора учета тепла. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин отреагировал на жалобу граждан в комментариях под постом певицы Леди Гаги в Инстаграме. Жители Екатеринбурга попросили парламентария помочь с ситуацией вокруг жилого комплекса «Калиновский». Напомним, в Инстаграм Леди Гаги приобрел небывалую популярность у россиян после того, как в СМИ вновь заговорили о ее романтической связи с актером Брэдли Купером, который состоял в отношениях с Ириной Шейк. Свой комментарий на странице певицы оставил и Ионин: «Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты. Его слова не остались незамеченными». Пользовательница с ником Сбродова_Эль обратилась к депутату с просьбой помочь закрыть вопрос ЛСР и ЖК «Калиновский». В ответ на это Ионин предложил женщине оставить свои контакты в личном сообщении. По данным РИА Новости, проблема с ЖК заключается в том, что застройщик не вел в эксплуатацию прибор учета тепла, в результате чего жильцы были вынуждены переплачивать за отопление.